Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? На фоне какая-то классная музыка играет. По накачалу музыки. Ну ладно, это не факт. Происходит сейчас захват. Игра у меня, игровой процесс, в 60 FPS. Хотя в настройках Warboss такого нет. Ну, Нокс как-то раскочегарил игру. И я думаю, что когда разработчики активируют опцию 60 FPS, наконец-то Нокс раскочегарит игру до 120 FPS. Ну, классно. Также Нокс открывает... Кнос открывает очень быстро менюшки. На LD плеере такого нету. Видели, да? Роботы-призраки. Зачем так сделали разработчики? Хрен его знает. Все менюшки открываются как-то быстрее, чем на LD. Вот, моментально. Ё-моё. Нажимаешь, вылетает сразу. И что самое немаловажно, нажимаешь в бой. Кстати говоря, новинка, да? Новости. Сделали 5 режимы на iOS и Android. Нажимаешь в бой войти, и в бой входишь одновременно со всеми. Ну, то есть Нокс как-то, не знаю, более оптимизирован под игру Warbots. Ну и вторая, давайте так скажем. Это уже моя личная. Что-то я не знаю, возможно... Разуверовалась я в игру, или возможно болезнь сказывается. Что за болезнь, я не знаю. У меня симптомы грипп-расстройство желудка, комплексная такая, да, ротавирус и там прочее, да, куча симптомов. Сдал на коронавирус вчера в государственный, сегодня пойду сдам в частный за 1800 рубасов. Ну, дорого, конечно, но хочу убедиться, блин, обезопаситься, потому что от коронавируса молодые люди могут тоже умереть. Молодой человек. Ну, мне 34 года, ну, в общем, все могут умереть, кроме детей. Дети до 9 лет почему-то коронавирусом вообще не страдают. Так что имейте запас по деньгам. Лучше иметь запас по деньгам и сдать тест два раза, то, возможно, три раза там. Ладно, потом расскажу, чем все закончилось. Итак, что-то не знаю, что именно способствует болезнь или кощунственные действия разработчиков, да. В общем, даже за рекламу не хочу теперь ящики открутить. Я, знаете, хотел быть в чемпионской лиге, чтобы получать больше серебра, в том числе из-за особых поставок открывать за рекламу. Но сейчас то ли дикая лень, то ли болезнь, то ли разуверовал я в этих разработчиков компанию Pixonic. Вообще за рекламу мне неохота смотреть ничего. И второй момент, это занимает все-таки время. Реклама сейчас не сбрасывается, приходится полминутки, каждую посмотришь полминутки, потом три боя там или сколько сыграешь, еще смотришь рекламу, время улетает. Там полминутки этой рекламы, еще там нажать, открыть, закрыть, свернуть. Ну, где-то 45 секунд, то лишь минута, ну, и так далее, да. А ютуберу нужно время тратить на общение со зрителями, отвечать на комментарии. Про комментарии я в последнее время забыл. Давайте нажмем бой и будем продолжать болтать. Это неотъемлемая часть ютуб-канала. Общение со зрителями. Также я разделил режимы, сначала я обрадовался, а сейчас не знаю даже, что способствует. Тупо нажимаю против всех там. Долго, очень долго входит в бой, очень долго. И второе, в бои вообще скучных против всех. Вроде бы я там должен радоваться, типа сам за себя играю, да, накосячил, сам виноват, да, не косячу, будет все нормально. Делай нормально и будет нормально. Но нет, подбор ужасный. Сливщики, ливеры, раки, ну и один-два адекватных. Так, давайте, что-то я не вхожу в бой. Короче, входит одновременно со всеми. Текстуры нормальные. А, это тени такие? Прямоугольные тени. А чего тень-то? Ну ладно. Так, скорпика взяли, пошли по маякам. И, соответственно, буду сейчас играть и в быстрый бой. Рекламу крутить не буду. Ну, особая поставка там бесплатно в день дается. Зашел, открыл. Ой, скорпион по-любому. Кто-то с сопротивлением урона. Где-то кто-то. Ну давайте, ластенда нет. О, ой, вкусняшка. Уротил мне пушки, да? Ну и до свидания. Обойму сбросим. Можно об кого-то сбросить, конечно же. Но, в общем, такое у меня состояние непонятное. Лень не смотреть рекламу. Лень играть мне режим против всех. Хотя вроде бы должен я этому радоваться. Не то, что лень, а там тихий ужас. Давай. Тараны, блин, кто бы мог подумать. Еще на пунишере мне перейти осталось, и все, пиши пропало. Так, захватываем маячок, отдаем робота за маячок. Вот сейчас был немножко подвисон, ремастеринг не вылетает.
А у нас против превосходства, да, не против всех. Ой, блин, не гонка за маяками. Понятно. Можно было так особо скорпиончика за маяк не отдавать. Ну ладно, я дал скорпиончика классного, но на штормах все-таки лучше. Будет, наверное. Может быть, хотя я не уверен. Вот тоже даже не знаю. Сейчас шторма обоссали разработчики, тараны обоссаны. Ну, ладно, что. Что лучше, не знаю. Ну, в общем, мне и шторма нравится, тараны нравятся. Вот скорее пушек. Все обоймы залил фантомасы. Где урон? А урона нет. Почему я не попал разве? Вернее, урон не проходил. Оружие понерфленное? Нет. Просто я не попал. То ли сплэш вообще нулевой стал, то ли лагает, хотя я не знаю. Я не видел, что были лаги. Должно было быть нормальное попадание. Возможно, потому что стрелял сверху. Тоже качнул. Каждая пушка по 170 умножаем на 2. Это 340 в топ загнать. Это офигеть. Вот вроде маленький страйдер, два легких, один тяжелый слот, а серебра ушло неимоверно много. Вот сейчас враг стоит, вроде он получает. Опять захватывает этот маячок. Захватил, 5 прыжков имеется. Дракон ко мне замерзший летит. Отморозок дракон. Вообще классно, понерфили в говнину дракона, даже летать не может. В астрал ушел. 3 бойца хотят захватить маячок обратно, ну давайте. Блицы, которые неубиваемые, Кощей бессмертный, или кто его там, как вас обозвать. Так, значок работает. Ну давай, да иди-ка ты в лес, по тебе бесполезно стрелять. Вот сейчас можно пострелять. И игра наша превратилась. Я не знаю, что вы думаете по поводу нашей игры теперь? Это же просто идиотия. Всегда тебе проклинают пушки, всегда тебя замораживают, всегда тебя станет. Это... Как вообще можно играть, не могу понять. Антиконтрол ставить теперь. Любая пушка тебя проклинает, станет. Бегаешь с красной жопой постоянно, ну, так сказать можно, да? С проклятыми вооружениями. Ну это... Бред! Ну давайте. Вам нравится смотреть War Robots, будем играть в War Robots. Вам же нравится с красной жопой бегать. Бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Вот пушки сразу красные были, видели, да? И причем это как бы обыкновенные игроки. Ну, задроты играют, шкалодроты, делать нечего, целыми днями долбят. И причем без вливания бабосиков. Чувствуют себя неплохо. Ну, по крайней мере, лучше, чем я. Естественно, когда эти шкалодроты встретят донатеров, типа там Гликманов, официальных ютуберов, ну, они дико всосут, конечно же. Но так они пока бегают, радуются, что Киберсоника убивают за счет того, что у Киберсоника нет нормального дрона, нормальных чипов. Ну а что там, дрона что-то сложно получить, нужно просто много серебра. Берешь, да и получаешь эти кругляшки, по несколько раз открываешь. Наш рез выхватили. По несколько раз получаешь этих дронов, но рано или поздно даже серебряный дрон тебе выпадет нормальный. С большим количеством кругляшков. Ну сколько нужно кругляшков для счастья, чтобы обсирать пушки Киберсонику? Ну, один мало, два тоже будет маловато. Вот три кругляшка выпало, ставишь Т2 чипы, ну и все, и обсираешь всем пушки. С любого вооружения. Станешь, ну и в общем, счастье. Вот оно, счастье. Счастье задрота. Так, давайте. Ой, злой какой. Луч смерти, звезда смерти. Ну давай. Наши раки, вы не будете маячок оборонять? А, будут, молодцы. Давайте, я держу маячок, пушки опять засрал мне инвайдер, вообще просто великолепно. У него пушки тоже засраны. И вот мы все воюем с засранными красными пушками. И игра мне нафиг вылетела. Вот вам и Нокс. Что-то качает. Я понял, почему игра вылетела, козел. Давайте зайдем в Play Market. Отключим эти автообновления, что-то там. Где-то автообновления отключаются. Настройки, наверное. Никогда! Из-за тебя игра вылетела. Все никогда. Отлично. Скачивание приложения. Нет, пусть так будет, наверное. Никогда, ничего не надо. В лес все идите. Все, полетели воевать. Так, полетели. У нас превосходство. Начать. В бой входит одновременно со всеми, но здесь почему-то, как видите, баги с водой. Здесь нормальная вода, здесь какая-то ненормальная вода. Так, я тут немножко путаюсь с новыми расцветками, раскрасками. Куда бежать? Так, все, немножко понял, это центр. Так, на центр какой-то будет игрок без ластенда. Нет, не хочет. Ну, захватываем, отлично. Давай,
Так, испугался. Центр захватил, нажимаем «Осрал» и убегаем. Все, дальше ваш выход, фалкончик, держи маячок. На левый фланг, естественно, никто не пошел. А, в принципе, зачем? Ну, в принципе, логично. Так, Фантомас бежит, на опережение ему стреляем. Ой, отлично, отлично, когда игра не лагает, можно стрелять даже на упреждение и попадать. Вот это, да? В игре Warbus можно попадать и брать упреждение? Отлично. Так, ты нас там, кто у нас? Блиц, все, у него способность заработала, иди-ка ты в лес. Ты что-то немножко фалкон зависаешь. Зависающий фалкончик. Так. Заморозился? А что ты не заморозился? Я с холодосов по тебе стреляю, с упреждением. По ноге Гликмана. Пора бы его, может, на гипотенузу равняется заморозка врага. Что, не так разве? Что-то не то умножено. Иначе нужно было делить, блин, ё-моё, точно. Так, это рванина, блин. Так, все нормально, ситуация нормализовалась. Мои типа захватывали, отбили враги. Все как всегда, а то я думаю, что-то как-то странно. Во, стоит на пульсарах, молодец, на маленькой карте. Красавчик, уважаю, уважуха, братуха. Ага. Только, пожалуйста, роботы без сопротивления урона, давайте. Блицы, идите нафиг. Надеюсь, что вас понерфят, и ваш ангар говнястый из блицей уйдет вообще в небытие, блин. Надеюсь. Потому что реально робот получился дисбалансным. После введения пилотов его что-то понерфили. Ну, что-то на 10% сопротивления урона у него убрали. А это никаким образом не повлияло. Ну, давай, давай. Сопротивление урона еще работает, так что иди-ка ты в лес. Сейчас у него овердрайв работает. Ага. Надо блица забирать. Опять у него сопротивление урона, у него очень все быстро кдшится. Все великолепно. Возвращаемся. Кто-то меня бьет. А, все понял. Два оголоделых личинки робота. Так, одно сопротивление закончилось. Идет спать. Отдыхай. Так, через 3 секунды будет у меня прыжок. Ну давай к тебе придем в гости. Тихо-тихо-тихо. Отстань от меня, скорпион. Я знаю. Близ бегает, который никак не можем убить. Ну и правильно. Надо, чтобы в игре Warbus были имбы. Нет имб, нет денег. Все логично, все правильно. Так, далее бежим. Что мы тут видим? Наблюдаем. Какую картину? Центр кто будет захватывать? Блиц, ты будешь всех убивать? Давай, давай. Понятно. С ним справился с Фалкон. Ё-моё. С Блицем, что ли? Так, Хоки пошли. У нас 4 маяка. Очень-очень странно. Необыкновенно. Приятно. Давай, давай. Ага, что, забыл обратно убежать? О, Фалкон, красавчик. Давай, Фалкон, получай. Зря ты взял Фалкона своего в конце боя. Ну, не в конце, в середине боя, когда Хоки пошли. Это вот твоя фатальная будет ошибочка. Давай, оттарабанили его. Отлично. Ну и также, по новостям, вчера не работали умения пилотов. Можешь смело идти нафиг. Да, смело в лес. Пушки меня засрал, молодец, класс разработчики придумали. Придумайте сразу, чтобы можно было увеличить входящий урон. Ну, дрон, который, как активная способность, увеличивает входящий урон 20%. Чтобы Глик он вообще убивал всех за одну секунду. Засрал пушки, заморозил, застанил и увеличил входящий урон 20%. Возможно, такое и, в принципе, уже и есть. Просто я про это не знаю. Ну, я не знаю. Такая бредятина творится в игре Warbus, просто ужас. Вы скажете, почему ты в нее играешь? Так вы же смотрите ее. Есть куча игр аналогов, причем даже сделанных весьма качественно. Но вы же обожаете игру Warbus. Ну вот я буду снимать в игру Warbus. Контента нового никого не будет. У меня будут всегда обзоры новостей. Ну и Арака геймплей. На Арака ангаре. Но кто-то смотрит на мой ангар и говорит: бляха ты моха, у него все топовое, а он еще ноет. Нытик сраный. Ну, что-то типа такого. Ага, увидели тарана 12 МК2, думают: бляха моха, ни хрена он. Донатер сраный, блин. Ну да, 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 да. Пусть буду для вас донатером, ладно, ладно. Ну, в общем, если бы вы не смотрели бы, я бы, если честно, с игрой Warbus бы попрощался бы. С
Самая бесперспективная игра в мире. Так, ага. Без активного онлайна или доната здесь делать нечего. Только страдания, боль и пустая трата времени. И это никакой не хейт, не надо тут мне говорить, хейтером называть. Так, тараны хорошо работают издалека, хотя можно было мне, в принципе, бомбу сбросить, да? Ну давай, давай. Отлично. Ну что, титан набрать, да? Ну давай. Титанюшка, титаняшка, иди вперед. Нифига себе, на минге, на центр приземлился, вообще... Ни страха, ни совести, ничего у него нет. Ну давай посмотрим. Ты ведешь себя как оборзевший, а на самом деле ты крутой или просто ведешься? Понты одни. Понты одни. Там кто это? Что это? С овердрайвами на перевес. Далековато. Карта поменялась, и немножко на ней теряешься, но пока непривычно. Ну потом, соответственно, наверное, ко всему привыкаешь. Так, давайте накидываем. Тара-та-та ему делаем. Медузы. По идее, мне нужно еще соловья взять и кого-то вылечить, чтобы было побольше очков чести. А так, да, даже когда вы в игру играете, обратите внимание, написано, чем выше ваша лига, тем больше вам даются очков чести, именно за нахождение в лиге. Так что, если вас разработчики обосрали, по лиге опустили, вроде бы ты был недавно в нормальной, соответственно, лиге, ну, в чемпионской, ну, в которой ты был всегда. Потом внезапно ты оказался где-то внизу. Возле помоя, возле туалета. Разработчики тебя пустили. Ну и продолжим беседу. А, давайте сразу болтать. Ты уже нормально сейчас ходит. Ну, хорошо в бой входит. Без всяких там задержек. По 15 секунд какой-то дисплеера. Ну и вот, тебя пустили разработчики. Не знаю, это специально. Ну, на мои ответы сотрудник Ubisoft сказал, что это мы пробуем разные варианты. Ну, они пробуют разные варианты, а игроки получают за это меньше серебра. Ну, он ответил, мы мониторим количество серебра, там средняя статистика по серебру одинаковая. Ну, наверное, Киберсоник обосрался там, другие там ютуберы, игроки обсираются, по лигам падают, а донатеры и все там гликманы получают больше серебра. В итоге уменьшенное количество серебра у обыкновенного игрока, плюс увеличенное количество серебра у донатера, активных игроков в том числе, которые прокачали этих дронов, понасобирали, им выпали эти кругляшки, и они бегают, всем пушки засирают с любого вооружения. Ну и соответственно по статистике получается, что... так что-то значит все-таки Нокс плохо работает, да? Давайте перезайдем. Ну и в общем потом получается, что пиксельники смотрят, что получается, что среднее число серебра одинаковое получается. Она по факту получается, что кто-то стал больше получать, кто-то меньше. Ну вот и все, вот вам и ответы на вопросы. Гоночка за маяками. На луне поиграем, надеюсь ничего не вылетит. Взял страйдера. Страйдер когда, после того как способность у него заканчивается, где-то еще полсекунды стоит, как штаны наложил. Нет бы сразу бежать, нет, почему-то он сначала останавливается, а потом начинает бежать, вот сейчас. И вот сейчас как-то тормоз был поменьше, вот сейчас сильно остановился. Так, в статистику пошло 2 захвата маяка. Ага. Как придурки бегаем, нет бы чтобы маяки захватать разные, а мы трое захватываем одинаковые маяки, что пошли не в статистику, чтобы получить побольше ресурсов. Ну да, обосраться просто. Ну ладно, побежали дальше. Так, и все играют на всяких мелких роботах. Ну давай. Ага. Там все нормально? Сверху нет, давайте маяк. Пожалуйста, я вас умоляю. Так. Давай-ка. Ну-ка. Гипербола. О, я убил его. Гипербола парабола сработала. Схема Гликмана работает. Так. Ну сейчас, в принципе, и по барабану. Ты играешь на старых пушках, на новых. Главное, чтобы был у тебя охренительно классный дрон. Если у тебя дрон охренительно классный, то ты будешь делать, ты сможешь все. Так. Блин, ну что ты? Свою способность уже откадешил, да, зараза? Откадешил. Малыш. Так, поэтому постреляем. До ластенда получится? Не получится. До свидания, до новых встреч. Ты как здесь чудо-юдо оказался? А, ты пролетел. Ты летун у нас, да? Птичка. А-а-а, по-любому с минимальным количеством хп он взлетел. Так, ага. О, хитрец, подлец. Чего ты не стреляешь своей коррозийной пушкой? О, попал, молодец, красавчик. Давай. Недолго тебе еще летать.
Очень недолго осталось. Давай. Немножко нам туда оставлять. Ну, круто был. Я вот не знаю, такие текстуры у меня нормальные или Minox забаговал немножко. Так у всех работает. Тени вроде есть какие-то маленькие. Заходите в тыл. Не, давайте лучше к маяку пойдем. Телепорт. Ой, не телепорт, а рывок. Бляха-муха, ну Стайдер реально как обосранный бегает. Отстань, я пойду туда. Зачем он останавливается постоянно? И скорость такая. Такая раньше была у него скорость. У меня такое ощущение, что он стал медленнее бегать. На тебе, ластен, получай, сгоревший. Ну давай. О, он засрал мне пушки. Просто великолепно. Так, уходим от залпа. Хотя, что уходить, у меня ластен работает. Так, дракона до ластена довел. Появился блиц, который не умирает. Ну, отлично. Играйте сами своими блицами. Так, скорпион пошел воевать. Куда пойдет скорпиончик? Надо ловить блица. Ну, давай тебя поймаем. У него там антиконтрол или что там работал? Угу. Все, отработал, иди спать. Так, этого добить. Давай, давай. Блин, не успел добить. Ну, естественно, мне блиц застанил, там заморозил, портал. Ну, обосрал всего с ног до головы. Все нормально. Все пучком. Не забудьте понять, что надо блица понерфить в комментариях, где-то в социальных сетях. Какой-нибудь не такой группе фановской. Ой, там мне надо понерфить блица, хока, и потом будет баланс в игре. Да, не забудьте это написать. Каждый год одно и то же. Причем не то, что каждый год. Одно и то же читаю. Вообще просто не меняются ники. Или, возможно, люди переименуются. А комментарии остаются одни и те же. Все, вот у нас есть борцы за баланс. Там они все знают наперед, что нужно понерфить, когда и как. В итоге получится великолепно, как будет заиграть воробот с новыми красками. Все будет просто великолепно. Вам уже просто можно устраиваться в штат пиксоником на работу. То пиксоники что-то как-то не получается у них все время с балансом. Оказывается, просто это не те люди работают у них. Вот вас нужно взять, да, непосредственно вас. Ну что, соловьюшка, чушка. Давай, давай, давай. Вот он, Близ. Ага, давай, молодец, Близ. Красавчик. У него last end. Давай, давай. Надеюсь, я его убью. Звук затупил, залагал. Я его грохнул, на удивление. Там минт по мне долбит, скорее всего. Я его убил, на удивление. У него способность не откадешилась. Странно очень. Это очень редко такое происходит. Так, ну что, центр я захватил. Можно, в принципе, что? Опа-на. Кто здесь? Берем Хока на глайдере. Титан на нашем маяке. А, ну... Как ты здесь оказался? Ты что такой наглый? Ни хрена не прут, они просто прут. Вы что такие неадекватные? А, не достаю. Или у нас в команде раки, что даже минги спокойно залетают на нашу территорию и не боятся. Вот там блицы, естественно, бегают. Естественно. Ага, ага, ага. Пилот Ниппон, конечно, Ниппон. У нас в наглую отжимают респовый маячок, и наша ратия ничего не понимает. Да, в принципе, мне тоже по барабану стало. Я даже смирюсь с тем, что сольется лига моя до нуля. Вообще, пофигу. Вообще, как насрать вообще. То ли, говорю, сказывается какая-то болезнь непонятная, то ли я уже абсолютно полностью в робот разуверовал. Перспективности и так далее. Но фактом, все фактом, что они деньги зарабатывают, люди деньги платят, людям нравится. Ну, и люди еще и смотрят. Ну, я, соответственно, буду записывать это. Контент новый показать не смогу, геймплей показать классно не смогу. Сейчас без дронов, без андронов, без этих энергоблоков, которые все-таки уменьшаются, я замечаю. Я за счет всяких ивентов там накопил эти энергоблоки. Сейчас они потихонечку сливаются. Я думаю, знаете, до 20 тысяч натяну энергоблоков. А потом, соответственно, я уже дроны не буду использовать. Ну вот, захватил маячок. Чё? Круто был же, да? Надо на маячке быстренько появиться. На Титане, естественно.
Ага. Такие раки в команде, это просто беда. Ну, раки с деньгами, да. В принципе, не важно, рак ты, не рак, главное заплатить денежку пиксоникам. Ага, и будет тебе счастье. Разработчикам, в принципе, по барабану. Как ты играешь? Главное, размер твоего кошелька. Это никакой не хейт, они сами признают жесткая монетизационная политика. Тоже мне пишут, чё, вроде Warfare там говнопушку понерфили. Ну я называю это не понерфили, а привели к балансу. Говорю, чё ты не обсираешь компанию Азур? А за что обсирать-то её? За что её обсирать? За то, что она задумывалась о балансе? Разве ты где-то видел, чтобы компания Азур проводила жесткую монетизационную политику, нас срала на игроков с высокой колокольни ради высасывания денег любыми путями, честными и нечестными? Я такого не видел, поэтому уж извини, дорогой ты мой. Я смотрю, там 81 года рождения, а балбес балбесом вообще просто. Типа, если я компанию Pixonic ругаю за насвинство, свинское отношение к игрокам, то должен я всех ругать. С чего вдруг, дорогой мой 81 года рождения, великовозрастный тормоз? Так что уж как-то... Ой, блин, что ж так все плохо-то, а? Два. Ну давай, взлетел. Я думаю, ты взлетел зря, братюня. Титан у меня не сильно прокачанный. Но маячок я вроде как держу, да? Но не захватил еще. Волну дал, не знаю там что-то. А, блин, а что, ты где? А я вообще один остался теперь, да? Ну весело что. Ладно. Отстреливаем Минга и отступаем. Больше ничего поделать не смогу. Ну, закрываемся створкой, чтобы скорость была побольше. Ага, ага. Давай, Равана, постреляемся. Ты знаешь, что Равана теперь маяки вообще просто не захватывает. Зря ты берешь гонку за маяками Равану свою. Ага. Че, серьезно? Давай, давай, давай. Окружили демоны со всех сторон. Ага. Сейчас по-любому первое место по уроду. Полюбас. Так, давайте смотрим статистику. Лига. Лига плюс 7, отлично. Ранг клана 14. Опыт пилота 4 ляма настрогал. Офигеть. Ну вот такие бои, вот такая моя позиция. На это все, друзья, покедок.